С генеральным директором Ассоциации европейского бизнеса Франком Шауфом встретился сегодня президент Татарстана. Напомним, Ассоциация европейского бизнеса – некоммерческая организация, которая объединяет более 630 компаний из стран Евросоюза и России. Среди членов ассоциации – крупные многонациональные корпорации, стремящиеся улучшить деловой климат в России. 5-6 февраля в Казани проходит международный форум автомобилестроения, и Франк Шауф прибыл в столицу Татарстана для участия в нем. На сегодняшней встрече Рустам Миниханов поблагодарил его за визит и за организацию форума. По словам президента Татарстана, автомобилестроительная отрасль занимает важное место в промышленности республики, и нынешний форум будет способствовать ее развитию.